Ку-ку, мон амигос, сегодня с вами Вакот и Сишок, и мы играем, подождите, стоп, мы ни во что не играем, мы делаем конкурс, на лицензионные ключи от игры, как эта игра называется, Сань, всем забываем. Империон, всем привет, ну, ты не играешь, я играю, я только что вошел в атмосферу. Итак, мы объявляем конкурс на лицензионные версии игры Империон. Для участия в конкурсе сразу скажем, вы должны быть подписаны на моем канале, вы должны подписаны быть на канале Вакота, и обязательное условие, вы должны быть подписаны на группу русскоязычного сообщества ВКонтакте по игре Империон, ссылка которого есть в описании. Да, но, опять-таки, не все так просто, потому что вам нужно под каждым видео у меня на канале, видео этим конкурсом, и у Сани на канале, у Сишка на канале, под этим видео, которое вы сейчас смотрите, поставить комментарий. Любой комментарий, написать, какие мы хорошие, какие все вы хорошие, какие, какой админ школьник или там, как вы мамку, ну, короче, неважно. Можете написать, это, что... Этого не надо. Ну да, про мамку можете не писать, но в принципе вы можете написать что угодно, что как все хорошо или плохо. И мы выберем из тех комментариев под видео Сишка одно и под видео у меня одно. Один комментарий, который будет призовым. Что-то я в воду упал, и теперь я подводник. Буль-буль-буль. Так, о чем это я? Также советую вам подписаться на группу по Империону, которая там тоже будет третий ключ. Скорее всего, я не уверен, не могу вам точно гарантировать, но, скорее всего, будет еще и третий ключ, который даст лично вам, ну, может, не лично, хотя черт его знает. Короче, вот так вот. Вам нужно быть подписаны на группу и на наши каналы. Ставить комментарии под видео моим и под видео Сишка. И репостнуть запись, которая будет в скором времени опубликована на сайте. В группе ВКонтакте. Да, в группе ВКонтакте. Так что, вот, в принципе, все довольно простенько. Ух ты, какой корабль крутой. Ну, в скором времени, сейчас вот прямо, когда вы смотрите этот ролик, может быть, темы это и не быть в группе ВКонтакте. Но уже совсем скоро она будет. 100% будет. Так что вы не переживайте зря. Все-таки хочу залезть в этот кораблик. Заметку хочу. Группа ВКонтакте по... Я уже говорил, но еще расскажу. Именно по этой игре, а не наша группа ВКонтакте. Но в нашу группу вам тоже можете подписаться, там все еще проходит конкурс. Кстати, скоро будет конкурс на Space Engineers лицензионный. Так что, ребятки, тоже, может быть, стоит подписаться, потому что не всегда буду объявлять на каналах про конкурс. Ну, это так чисто в целях рекламы сейчас сказал. Вот так вот. Ну, это, в принципе, все, что мы хотели сказать в этом ролике. Правда, жаль, что мы это не сказали вместе на одной карте, но тоже неплохо. Ну, это уже сложности, да, игровой механики. Сложности подключения. Вот так вот. Ну, все. Я думаю, можно теперь прощаться. Такой коротенький ролик. Да, всем пока. Спасибо, что смотрели. Да. Обязательно подписывайтесь и участвуйте в конкурсе. Да, победа. Это уже три ключа, так что я думаю, тут шансов намного больше, чем в предыдущем конкурсе. Спасибо, что смотрели. Удачи, ребята. И адиос. Пока-пока.